Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Алик. Сегодня на канале Strikeball Сочи я буду рассказывать вам про вот такие вот замечательные гранатки от компании StrikeArt. Гранаты называются МТ-130. Какие плюсы и минусы, я вам сейчас буду рассказывать. Эти гранаты по виду напоминают американско-английскую гранату МК-2, МК-3. Корпус у них такой жесткий, пластиковый, и сам запал тоже выполнен из пластика. Запал сам активный, когда мы снимаем чеку, отжимаем рычаг запала, все происходит, инициация. В течение 4 секунд происходит взрыв. Чем примечательны эти гранаты от остальных других? Я хочу отметить то, что эти гранаты дадут вам гарантию 100% сработки. Во всяком случае, у меня за 2 года ни одна граната не была не взорвана. Да? Вот при снятии кольца и отжиме рычага происходит 100% инициация. Я их взорвал уже очень много сам. И могу сказать, что на полигонах, наших сочинских страйкбольных полигонах, я ни разу не видел ни взорванной, ну какой-нибудь не сработанной гранаты, чтобы она лежала на полигоне. То есть все они 100% срабатывают. Вот это вот самый большой, основной их плюс, ребята. Что еще хочу сказать. Эти гранаты, они, конечно, чуть-чуть подороже стоят, чем более простые по конструкции, да, от компании StrikeArt, если взять, допустим, RGS-4, RGS-6. Но цена за эту гранату где-то около 250 рублей. Но она оправдана тем, что оперативность инициации, да, ее, во-первых, максимальная. Во-вторых, 100% срабатывание, это я уже говорил. В-третьих, сама форма гранаты, если кольцо вытянуто и чека отстрелена, да, то она круглой формы, такой маленькой, компактной, довольно-таки, ну, тяжелой, да, для своего объема. И ее приятно и удобно, и далеко кидать. То есть ее бросать очень точно получается. Если это в каких-нибудь зарослях происходит бой, да, то вероятность то, что вот такая круглая граната пройдет сквозь заросли, они отрикошетят от каких-нибудь веток, больше вероятность, чем от цилиндрической формы других каких-то гранат. Вот. Взрываются тоже они довольно неплохо. При тестировании, кстати, сломали кожух аквабокс от камеры GoPro. Но это сейчас мы новый заменили. Вот, так что мощность такая довольно хорошая. Давайте оденем очки. Перед какой-то такой опасной ситуацией я всегда зажимаю в руке вот такую гренку и выжимаю усики, расправляю и просовываю ее в палец. Вот, видите, да? Значит, что происходит? Эта граната всегда у меня находится в руке. Я, допустим, увидел человека в проходе, взял его на прицел, чуть-чуть отогнал его очередями, да, и сразу могу, смотря в коллиматор и контролируя проход, могу сразу закинуть другой рукой гранату, не убирая ствола с линии огня, понимаете, вот в чем дело. Вот эта граната позволяет инициировать ее одной рукой и довольно удобно ее кидать. То есть берем ее и ждем противника. Ему некуда просто будет деваться, если мы постоянно будем держать под контролем ваше оружие. Поняли, в чем дело? Для обычной гранаты, для инициации нужно 2 руки. А для этого приходится отпускать ствол на какой-то промежуток времени, пока вы это все занимаетесь инициацией этой гранаты. Понимаете?
Вот в чем проблема. То, что в этот момент может высунуться человек и вас хлопнуть. Чтобы такого не было, можно при себе иметь вот такие вот МТ-130 гренки. И они вам помогут избежать всяких таких моментов неприятных, когда высовывается человек, а автомат у вас на ремне в этот момент, и вы с гранатой в руках, да, он высовывается и вас расстреливает, и все. Конец игры для вас, да? Чтобы такого не было, покупайте МТ-130. Закиньте пару штук под сумок, они вам пригодятся. И не только в такой ситуации, еще вам расскажу, для чего они пригодны. Смотрите еще, для чего эта граната очень подойдет. Она подойдет для быстрого минирования пространства и каких-нибудь подходов к зданиям или тропинок в лесу. Многие используют гранату в качестве растяжек. Так как у нее активная чека, очень удобно это все сделать. Нужно просто выгнуть усики, установить где-нибудь гранату, можно ее зафиксировать, прикрутить или прижать камнем. И взять какую-нибудь веревку или леску и протянуть на вероятной линии пересечения противника. Но я так не пользуюсь этими гранатами, не устанавливаю таким вариантом растяжки. Почему? Потому что вот эта леска, ее обнаружить легко будет просто. А чтобы ее нельзя было обнаружить, в качестве лески у меня всегда служит какая-нибудь палка там или колючка. Как это все установить? Сейчас покажу вам. Вот снимаем кольцо. Допустим, нашли какое-нибудь место, оно будет, допустим, здесь, да? Нашли место, где мы будем устанавливать гранату. Снимаем кольцо. Кольцо можно положить рядом на случай того, что если на ней по итогам игры никто не подорвется, можно будет ее также и снять, и одеть кольцо, ну и положить в карман, она будет пригодна. Что нужно сделать при установке? То есть ставим, устанавливаем гранату и берем какое-нибудь подручное что-нибудь валяющееся, да, ну какую-нибудь палку, допустим, вот эту палку. Этих палок тут миллион, и поэтому на них не будут обращать внимания. А это нам и нужно. Вот. Если палка, она довольно легкая, то можно ее немножко, как сказать, нагрузить. Да, вот таким вот камнем. Вот, получается, смотрите, силы хватает для того, чтобы держать без моих рук вот эту вот лапку от запала, да? Что теперь? Она уже готова. Теперь нужно просто накидать немножко листиков. И это все занимает очень мало времени. Очень эффективно. Маскируем ее как-нибудь там, да? Много не накладываем листиков, потому что это будет слишком палевно, да? Давайте посмотрим, что происходит при инициации этой гранаты. Вот, допустим, человек проходит, раз, происходит инициация и взрыв. Давайте я разберу ее и посмотрим, из чего она состоит и как она работает. Граната МТ-130 состоит из двух частей, не считая гороха. Это получается основная часть, которая откручивается от инициирующей части. Это запал вместе с инициатором внутри и замедлителем. В самом корпусе находится цельный горох. Это еще один повод брать с собой гранаты МТ-130, потому что 2-3 гранаты обеспечат вам отличную кашу из гороха. Или же можно сделать даже суп. Горох цельный. И самое такое интересное, это механизм инициации
и сам запал, да? Давайте покажу вам, как вообще принцип работы его. Значит, снимаем кольцо. Что происходит при снятии кольца и при отпускании вот этого рычага? Значит, смотрите. При отпускании рычага вот рычаг отпускается и, допустим, отлетает, да, он раз, отлетел рычаг. Высвобождается на пружине вот этот молоточек. Видите молоток? На пружинке. Он освобождается и вот с таким вот движением, разгоном ударяет. Ударяет по инициирующему веществу, которое срабатывает от динамического воздействия. Динамическое воздействие вот этот молоточек как раз таки выполняет. Он ударяет в это вещество, оно воспламеняется. Далее там находится фитиль, который работает в течение 3 секунд, 3,5, где-то так. И далее он так прогорает, и здесь находится само вещество, которое взрывается. Наверное, дальше не будем вскрывать, какое вещество, конечно, находится внутри. Это не будем делать. Я вам хочу просто показать, как включается этот инициатор. Это примерно происходит так. Хлоп, видите? Вот это сам запал так взрывается. Исходя из своей практики, ее использования, могу сказать смело, что эта граната достойна своих денег. Приобрести эти гранаты можно во всех больших страйкбольных магазинах. Взрывайте противника понарошку, по страйкбольному. С вами был Алик, канал Страйкбол Сочи. Подписывайтесь. В следующий раз еще что-нибудь расскажу вам интересное. Пока. Хлоп, сработка. Кидаем. Ох, какая красота! Отлично!